Охотиться на дичь в этом сезоне отправятся 2500 горожан. Здравствуйте, в эфире «Вестник Северодвинска», в студии Сергей Курбан. В эти выходные открывается сезон охоты на пернатую дичь. Ежедневно в очереди на получение путевок десятки человек. По предварительным подсчетам, федеральному бюджету их покупка принесет больше 1 000 000 рублей. Утки, гуси, рябчики, куропатки, кулики, глухари и тетерева. 23 августа открывается сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Путевка на добычу массовых видов обойдется в 400 рублей, лицензионных, как глухари и тетерев, 100 и 20 рублей за единицу соответственно. А вот нельзя по закону охотиться на так называемых хлопунцов, молодых и еще нелетных особей. Естественно, основная масса охотников у нас будет охотиться в дельте Двины на островах. Проток, где, в принципе, в общем-то, уток, ну, в общем-то, хватает. Гусь у нас будет подлетать попозже, это уже где-то будет болото там, когда с севера что-то начнет подтягиваться. Ну и северная утка подтягиваться будет попозже, потом, может быть, еще массовость, так сказать, увеличится. За сезон инспекторы планируют выдать до 2500 разрешений на охоту. Они будут действовать до 28 февраля 2015 года. Отстрел дичи без лицензии обернется штрафом до 4000 рублей. Стоит отметить, что отдел Северодвинского охотнадзора переехал с улицы Юбилейной в здание Ломоносова 102А.